А между тем, жизнь в городе из-за коронавируса не останавливается, впрочем, как и строительство муромских парков и скверов. Сегодня рабочие приступили к укладке тротуарной плитки сразу на двух объектах – в парке «30 лет Победы» на Южном и пешеходном участке улицы Советской. Площадь мощения на первой пешеходной по утвержденному проекту составит 4500 квадратных метров. В парке на Южном администрация планирует построить более 3000 квадратных метров дорожек для прогулок. На следующем этапе работ начнется монтаж лавочек, урн и парковых светильников. Их уже администрация округа закупила. В общей сложности на двух объектах будет установлено более 250 элементов малых архитектурных форм.